Линька есть садится. Короче, я один беляш попробовала. Это с этим. Как он называется-то? С рисом и с яичком. Мне очень понравилось. Вот, очень прекрасно. Я буду есть суп. Горчица закончилась почти. Почти скоро доедаю. А что делать? Я хочу позавидовать тем, кто не хочет жрать. Не хочет. Они столько экономят, по идее, да? Чтобы не пожрать. Дистрофи какие-то, которые. Они же экономят. Опять солнышко вылазит из-за тучки. Вкусный вообще с картошкой. Мягкое тесто. Я же говорила уже сколько раз, что я идритовый колотить. И рукодельница. Я где хочешь за рукодельню чую. Батюшки ты мои. Боюсь, что сейчас отберет кто-нибудь. Ну и пожрать. Еще надо пойти покормить собак. Сегодня сыро. Бабушка не ходила. Я схожу. Я надеюсь, сегодня решила посидеть немножко. И сына принести. Ты что, плакала? А! Нет. А что у тебя глазами? Ну-ка признавайся, кто тебя обидел. Алкашей не слышно, не видно. Они отсыпаются, зараза. Все, ушла в свой кабинет.
Иди как вкусненько. Что, на кастрюлю уже доедать? Там еще половина. И это, новый варить суп с грибами. На улице сыро, блин. Надоело. Это сырятина уже. Поели? Тарелку сразу за собой помыли. Да. Нечего копить. Да. Извините. Вы так благородная отрыжка. Отрыжки. Мне любой мужик позавидует. Дай бог бы ему так рыгнуть. Чайренька идет. У нас погодка наладилась. Такая. Солнышко вышло. Целое ведро почти. Тащу. Кормить надо. Кто-то мне писал, говорит. Покажи нам хоть кошечек. Лысую черную Васю, а то и собачек, а то вдруг ты их сожрала. Ну, по всем, как сказать, по себе людей не судят, правильно? А показывать и доказывать никто никогда никому ничего не будет. Живите комментариями, не все такие, как вы. И это радует. А, закопали. Уроды. Надо было не ехать тогда, а не пешком идти. Закопали. Сегодня видать. Иду и думаю, что я хоть взяла. Еще и чухнула. А телефон-то у меня где? Ах. Вот эта грязюка сейчас опять света будет. Роет, копает, закопает. Ёкаламане. Так даже припекает солнышко-то. Утром прохладно так было. Смотрю, в группах стали отписываться. Мы дома. Сегодня дождь шел. Ага, нам рядышком. Пускай чешут. Не, я дома сидеть. Не, я действовать. А. Тяжело нести. На работе, милый. А то напишут, а где милый-то не помогает? О! А чем он сегодня покакал? Интересно мне знать. Жидко или густо? А сама чем посрала, Иринка? Ой, типа нам интересно. Нам вообще не интересно. А кто сказал, что мы завидуем? Ой, одно и то же. Ой. Сейчас сняли видео, где я садика Максуда забирала. Этому. В Инстаграме. Женщина написала комментарий. Или я в Инстаграме под то видео, где смонтировали, то ли под то, где настоящее я шла снимала, я не помню. Короче, женщина пишет. Ну, так, без всяких этих обид. Ну, просто догнала, короче, свое маленько. Ну. Догонку свою сделала, как обычно все делают, не видя ничего, да придумывают. Ребенок просто шел за Риной, бежал. Первого забираешь, за вторым идешь. Здорово! Вот, короче. И это... Про сандали. А почему только сандали дети еще снимают в садике? Ну, типа, взрослые только должны, говорит, типа, снимать сандали. И типа этому. И почему, говорит, это ребенок бежит один. Так я иду его снимаю вот так вот. Он впереди меня бежит. Женщина пишет. А почему это ребенок идет, говорит, один в группу? Знаете, убил.
Просто наповал без всего. Вот просто долбанулась. Просто. Ей кто-то там что-то ответил. Я лайк поставила за ответ. Все. Это я просто на самом деле. А почему, говорит, ребенок один в садик идет в группу? А кто его нахрен шел снимал-то, я думаю? Это да такой взрослая девочка, женщина, извините меня, пожалуйста. Но это реально. Зачем вы сидите в интернете? Вам даже реально сегодня девка попалась мне в ТикТоке. Мне ее все время комментарии там на меня все время пишут. А Иринку пародируют там туда-сюда, блядь. Вот, что типа она там майонез херачит, а до хера. Пельменев наложила, и сегодня мне видео попалось, не знаю, старое, не старое, где она говорит: «Ой, девочки, мне что-то так плохо, так плохо». И майонез так вываливает, из мягкой пачки вываливает, такую гору уже навалила. И как бы облизывает потом. Ну, вы вот засираете даже человека вот этого. Нахерена? Она до последней секунды. Она, вы думаете, это все сожрала? Вы не знаете, как это делается? Если видео остановилось, и вы больше ничего не видите, кроме того, что она наложила эту гору. Неужели вы думаете, что видео остановилось, как говорится, и она пошла без камеры, это все пожрала? Да она лишнюю ложку на камеру сожрет, чем просто так без видео. И любой блогер, который жрет на камеру. Понимаете? Ей самой невыгодно терять видео, когда она сытая, да, и ей нечего снять. Чушку-то горой. Вот поэтому она вам это сняла. Примерно. Поэтому. Либо она хотела жрать, потом она без камеры этот майонез убрала и пожрала. Вот. А вы реально думаете, что видео закончилось, она пошла эту тарелку срубала и вам не показала, что ли? Она с удовольствием бы вам показала, что вы обосрались. Вы сидите, реально говорю, в интернете, вы вот херней страдаете. Ой, ладно, пошла кормить. Вон лысая орет, жрать просит. Мяу! Я еще в обед должна была прийти туда-сюда маленько. А пока из садика, пока это, пока пироги пекла. А спать. А плойку поставила. Плойку поставила. Все. Я легла на диван, ждала, когда плойка нагреется. Все. Какая нахрен плойка? Меня на полчаса вырубила. Учувствовала, что какими-то духами воняет. Сабрина, какой-то чехол чистый. Я от этого проснулась. Вообще невозможно дышать. Что, вонючие-то какие-то, говорю, где их надыбало? А! Что хера меня навела? Лысая карга. Сейчас наложим. Пожрать вам. Мила, отходите. Вот документальный фильм снимаю. Ой, как у меня все болит. Господи ты, боже мой. Лапу отдавила, что? Так не ходи под ногами, а! Проветриться немножко. Ой. О, да будет свет, сказал электрик. И обрезал провода. Та-да-та-да-та-да-та. Совсем наложу. Не орать. Кусики наматываются. Проголодались? Конечно. Вот, ё-моё. Завтра бабушка к вам с утра придёт. Завтра здесь ковыряться надо будет. Ну, на, иди вот здесь отрежь. Пойдём я туда вывалю. Ещё не знаю уже. Держи. Вот, ешьте. Вот. Шторку порвали. Что-то я вроде хотела еще взять здесь, а что я забыла? Василий, ты живой? Покажись. То они говорят, что тебя сожрало. Больные люди, которые болеют, ни хрена выздоравливать не хотят. Да, Васек?
Пошли. Вот сюда. Оп, оп, оп. Только выброшу. Итак. Ладно, прибраться надо немножко. Ладно. До свидосы. Куриные мозга. Если думать, ни хрена.